Добрый день, уважаемые коллеги. Меня зовут Александр Устинов, и я нахожусь в городе Саратове. Сегодня у меня на тесте ГНСС РТК-приемник S800A. Подключился через веб-интерфейс к приемнику, установил прием поправок от геостационарных спутников Atlas. И в течение 2 минут было получено плавающее решение. Ну, точность была изначальная 1,5 метра, сейчас решение улучшается. Посмотрим, за какое время будет получено сантиметровое решение. Ну, точность должна быть где-то сантиметров около 10. Наблюдаем на точке 20 минут. Точность 30 сантиметров в плане, 40 по высоте показывает. Ну, если еще минут 10-20 постоять, наверное, и 10 сантиметров будет. Запоминаем точку. Это решение по атласу. Окей, нажимаем. Сохранили точку. Сравним координаты, полученные с сервисом Atlas, с координатами в РТК. Итак, приемник получил фиксированное решение. Только что я включил прием поправок от базовой станции сети SmartNet в Саратове. Ну, собственно, решение получено за 2 секунды. В плане 6 мм, по высоте 10 мм. Расстояние до базы 1,2 км. Решение по 15 спутникам сейчас. Ну, запишем точку. Зашел в файл проекта, смотрю разницу в координатах. 2 точек, одна по атласу, другая в РТК. Ну, в плане где-то 0,5 метра разница атласа с РТК. По высоте разница между атласом и РТК у нас получилась на одной точке около 25 сантиметров. Сейчас попробуем снять несколько точек в РТК, как работает приемник и держит ли фиксированное решение. Посмотрим. Подойдем к зданию. Подходим вот к такому зданию. Фиксированное решение приемник потерял по пути. Вот, получил фиксированное решение. 3 сантиметра в плане, 4 по высоте. Фиксированное решение у здания. И здесь вот такие условия. Потерял фиксированное решение. Восстановлено фиксированное решение. Решение по 11 спутникам. Точность сантиметр в плане, сантиметр по высоте. Ну, где-то за 1,5 минуты восстановил фиксированное решение. Посмотрим, как у стены будет работать. Потеряно решение. Видит только 3-4 спутника. В таких условиях. Решение по 3 спутникам, точность 10 сантиметров в плане, 20 по высоте. Так как у нас включен атлас, он, похоже, переключился на атлас. Плавающее решение получено где-то за 2 минуты. Фиксированное решение мы, по всей видимости, уже не получим. Если только по атласу будем плавающим. Пойдем посмотрим восстановление фиксированного решения, на каком расстоянии, когда мы его получим.
идет прием поправок. Получено плавающее решение. Получено фиксированное решение. Итак, уважаемые коллеги, это был полевой тест ГНСС РТК приемник Tonax S800A. Я потестировал получение фиксированного решения вот в парке с такой видимостью неба. Также сравнил решение по атласу, полученному в течение 20 минут, с решением РТК от базовой станции. И получение фиксированного решения, его устойчивость около здания. С вами был Александр Устинов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!